Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54 и я Владимир. Сегодня будем токарить. А вернее, я расскажу свой алгоритм, как я работаю на токарном скопиром. Когда неглубокие фрезеровки, вот эти углубления, то, естественно, можно пробовать за один проход это все делать. Но когда это глубина большая, вот здесь, допустим, 20 миллиметров, то, естественно, должен быть присутствовать какой-то алгоритм, иначе будет все это долго, нудно и, так сказать, трудоемко. Мало того, еще и опасно, потому что если пила туда оборвется резко, естественно, произойдет удар. Поэтому я выработал небольшой такой алгоритм для себя, понятный. И сегодня вам покажу. Но сначала я хочу вам порекомендовать канал Александра. Тоже коллега по цеху, но есть у нас у всех небольшое отличие от него. То есть человек с ограниченными возможностями и тем не менее сильный духом делает столярку. Поэтому переходите, поддержите человека, подпишитесь. И, естественно, ссылку я оставлю под видео. Передавайте привет ему от меня. Ну, а мы продолжим. Я уже не раз говорил, что у меня болгарка с двумя дисками. Вот. Поэтому зуб становится мельче. И, естественно, резко туда не вгрызается. Ну и пила, естественно, жесткая. Алгоритм для больших углублений простой. То есть сбиваем сначала все грани, делаем кругляк, потом делаем границы и потом по границам углубляемся. Все это происходит быстро и просто. Сейчас я вам все это покажу. А, у меня еще все время спрашивают про станок. Ну, там у меня на канале целый плейлист с этим станком. А вообще это СТД 700, переделанный калибр, мать его за ногу. Станок довольно-таки чахлый сам калибр. Ну и когда-то я его купил и, короче, переделал ему раму, низ, сделал сюда руль и цепную передачу. Это уже я все показывал, есть плейлист, кому интересно, перейдете, посмотрите. Кстати, вот здесь такая лентяйка стоит, очень удобная штука, все быстро перемещается и удобно. Ну, сейчас установлю камеру и протокарим вот такой вот взрывчик. Это окончание на лестницу. Здесь отпилится вот так вот по шейку. И сюда. И из этих досточек вот лежат, сделаются площадки. Ну и установится на площадку. Тут еще сделаю каннелюры. В принципе, я это уже все показывал. Ну, сегодня я просто покажу алгоритм. Первое, что надо сделать, это, конечно, округлить заготовку и найти границы, где углубляться. Вот они появились, границы. То есть вот одна граница, теперь вот здесь надо опускаться, вот выбирать. А вот это вторая граница, то есть уходить, делать округление. Как по шаблону, вот они две границы. И теперь спокойно можно зарываться. Если сразу идти, то глубина большая, просто вы эту границу потеряете из виду и туда провалитесь. И может ударить диском. Ну и здесь вот она на границе, то есть вот здесь шейка будет. Ну и сейчас все это сделаем.
Чего, собственно, и готово. Все выточено. То есть, когда появились границы, то уже стало и легче все делать. Вот. Сейчас срежу вот эту пипку и маленько пошлифую. Ну, а потом уже каннелюры и основная шлифовка будет. Ну вот, собственно, и готово. Ну, это грубая шлифовка, чтобы пройти фрезой, сделать каннелюры. Ну и потом, чтобы сделать каннелюры, вот как на этом уже я сделал один, устанавливается вот такая вот прилада. Я тоже ее уже показывал. Вот, с рычагом, рычаг. Этой рукой сюда поддавливаешь, а рычагом перемещаешь, и таким методом происходит плавное движение. Ну и здесь у меня тоже уже показывал, делительный такой диск стоит самодельный. И здесь вот такая для фиксации, нажимаешь, шкворень вытаскивается, две пружины, и он уже крутится спокойно. Вот. Ну а чтобы зафиксировать, достаточно вот все. Даже сторонку так, если отвести, и он сам находит. Видите, раз, посадочное место, все. Таким методом быстро все перещелкивается. Ну, сейчас сделаю каннелюры, покажу, как это все работает. Ну вот, собственно, и готово. Вот такой взрывчик получается. Просто шарики уже всем понадоели. Ну, а я придумал такой вот элемент. Ну и, в принципе, неплохо смотрится на лестнице. Такая индивидуалочка, так сказать. 4 готово. Делаю я всего их 9 штук, то есть на 2 лестницы. Ну вот, как бы на этом все. Всем удачи. До свидания.